Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре. Этот урок посвящен замечательному сервису Zoom. На канале уже есть видео, как запускать Zoom, как подключаться к трансляции, как менять фон в Zoom, как рисовать в Zoom. В этом ролике я расскажу о том, как сделать вашу трансляцию в Zoom популярной. Я расскажу вам о замечательном сервисе, который называется Restream, и покажу, как его можно использовать вместе с Zoom. Zoom шикарный сервис, но когда вы проводите трансляцию, чтобы об этой трансляции узнали, чтобы кто-то пришел к вам на трансляцию, вам необходимо заниматься приглашениями. Да, конечно, сам Zoom после регистрации предлагает вам приглашать в сервис ваших друзей, знакомых, отправлять им приглашения, когда вы начинаете трансляцию. Вся эта работа возлагается на вас. Но если вы активно пользуетесь какими-то социальными сетями, то вы прекрасно знаете, что, например, лайв в том же самом Фейсбуке, на Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте, как только вы начинаете прямую трансляцию, сама социальная сеть начинает оповещать ваших друзей и знакомых, что в прямом эфире приходите. Социальные сети продвигают прямые трансляции и сами привлекают ваших друзей и знакомых на ваши прямые трансляции. Поэтому проведение прямых трансляций в социальных сетях – это значительный рост вашей популярности. Zoom – шикарный сервис, сервис, который интегрируется с громадным количеством интересных и полезных сервисов, в том числе и с Restream. Как работает сервис Restream, становится ясно, посетив его главную страничку. Ваша трансляция автоматически через сервис раскидывается в ваши подключенные социальные сети либо другие каналы. Что вам необходимо сделать, чтобы ваша трансляция в Zoom автоматически вещалась в ваши раскрученные профили социальных сетей? В первую очередь, вы заходите в личный кабинет Zoom. Чтобы использовать функцию вещания, вам необходимо иметь платный аккаунт. Входим в настройки, опять же, конференции расширенные, и ставим галочки, куда вы хотите транслировать. Если мы будем использовать сервис Restream, обязательно ставим галочку «Индивидуальная служба потокового вещания». Больше ничего в личном кабинете Zoom делать не надо. Проходим регистрацию на самом сервисе Restream, она абсолютно бесплатная. Желательно, конечно, использовать почту Gmail, потому что сервис иностранный. У него прекрасная техподдержка, причем техподдержка и англоязычная, и русскоязычная. Если вы написали в техподдержку и сейчас русскоговорящих людей нет, вам обязательно ответят и с вами свяжутся. Оставьте только свои координаты. Одна из самых дружественных техподдержек. Вся ваша переписка придет к вам на почту. Регистрация, как я уже сказал, на Restream бесплатная, хотя у него есть и платный, и бесплатный вариант. Бесплатный тариф, которым я сейчас пользуюсь, позволяет вам подключить только по одному каналу. То есть можно подключить только один аккаунт ВКонтакте, один аккаунт Фейсбука, Одноклассников и так далее. На платном варианте вы можете подключать несколько аккаунтов социальных сетей одной и той же. И снимаются некоторые ограничения, особенно для Фейсбука. Фейсбук на бесплатном варианте вы можете подключить только возможность стримить на личную страничку, но не в группу. Для контакта, для одноклассников можно стримить в группы. Подключение каналов осуществляется очень просто. Вот нажимаете на кнопочку «Добавить канал», вас перекидывают на страничку, где вы можете выбрать канал, который вы хотите добавить. В основном, конечно, здесь игровые каналы, но основные социальные сети есть. Контакт, Одноклассники, Facebook, Перископ. Подключение канала осуществляется в один щелчок. Щелкайте на том канале, который хотите подключить, появляется страничка подключения, появляется инструкция, как подключить. И чаще всего нажатие только вот на одну кнопочку «Подключить» активирует процесс подключения канала к Restream. Для этого нужно быть только авторизированным вот в этом браузере. Ну, например, если я хотел бы сейчас подключить Одноклассники, я в этом браузере должен открыть свою страничку в Одноклассники. И тогда, щелкнув на кнопочку «Подключить» и совсем соглашусь, я бы подключил аккаунт Одноклассников. Ну, у меня он уже подключен. Попытка подключить еще один. Видите, появляется вот такое сообщение. Теперь идите на платный тариф. Если будут какие-то проблемы с подключением, пишите в техподдержку. Они вам однозначно помогут. Вот у меня уже все каналы подключены.
Сейчас для того, чтобы показать, как работает трансляция из Zoom через Restream, я оставил только включенными «Контакт» и «YouTube». Остальные пока отключил. Отключение, настройка производится вот щелчком мышки. Отключил, настройка на шестереночку. Чтобы не возвращаться еще к рестриму, сразу выполню некоторые настроечки. То есть я войду в раздел «Название конференции». И вот здесь напишу, как у меня будет называться трансляция. Вот завтра мы будем вести трансляцию, которая будет называться «Реально эффективные методы защиты от коронавируса». Вот так будет вести наш доктор. Я скопирую, вставлю, нажму «Обновить». Вот название трансляции на всех моих каналах обновилось. В принципе, можно, конечно, делать еще оповещения о предстоящей трансляции через Facebook, Twitter, через Discord. Все, рестрим настроен. Я запускаю трансляцию. Итак, как же интегрировать Zoom и уже настроенный рестрим? У меня идет трансляция. Внизу в панели управления трансляцией есть три точечки. Я нажимаю на эти три точечки. Выбираю трансляция на индивидуальную службу потокового вещания. Мне необходимо заполнить вот эти поля. Так как я уже настраивал эти поля, они у меня уже заполнены. У вас они будут пустые. Итак, мы идем в панель управления Restream и копируем первую ссылку. Вот эта ссылка на потоковое вещание. Выделяем ее и просто копируем. Мы ее вставляем в URL трансляции. Дальше. Копируем ключ. Вот нажимаем вот сюда. Скопировать ключ. И опять же вставляем его вот сюда. Следующее поле, которое тоже необходимо заполнить, это страничка прямого вещания. Я скопировал просто адрес своего YouTube канала. Вы можете скопировать адрес своей Facebook странички. Все, поля я заполнил. Нажав на кнопочку Live, моя сейчас трансляция, которую пока еще никто не видит, я же здесь один сижу, будет начинать транслироваться в социальные сети. Я сейчас это сделаю. Нажимаю Go Live, Zoom готовится к стриму, появляется сообщение, выполняется настройка конференции. Необходимо подождать. Вот меня перекидывают на мой канал, где будет вестись эта трансляция. Я могу сейчас вернуться в панель управления и вижу, что я уже в онлайн. Сейчас помахаю себе рукой с задержечкой, правда, небольшой. Вот видите, махнул рукой. Все, пошла трансляция. В панели управления вы видите, что идет трансляция. Можно перейти опять же в группу «Красота и здоровье» и увидеть, что моя трансляция идет. Также транслируется на YouTube канал. Благодаря вот такому абсолютно бесплатному сервису, прекрасному сервису Restream, и благодаря платному варианту Zoom, вы можете свои конференции проводить во множество ваших социальных сетей, показывать свою экспертность, помогать людям. Если у вас нет возможности или нет желания покупать платную версию Zoom, через сервис Restream можно вещать во все ваши социальные сети благодаря абсолютно бесплатному софту. Это программа OBS, я тоже о ней расскажу, мы ей активно пользуемся. И в OBS, конечно, можно делать очень много интересных вещей. Программа абсолютно бесплатная, и также с помощью этой программы вы можете стримить. Ролик получился немножко сумбурный, но, надеюсь, смысл вы поняли.